От покрякивания патрульного катера кровь ударяет в лицо. В морской прогулке вынужденная остановка. Команду в тельняшках проверяют на долги. Возбуждено 6 июля 2020 года. Электронная база судебных приставов неумолима. Штраф не оплачен. Мужчину ждут в отделе. Инспекторы ГИМС требуют документы на лодку. Государственная инспекция по маломерным судам города Ярославля совместно с судебными приставами было проведено патрулирование. В ходе патрулирования останавливались маломерные суда с целью проверки документации и выявления нарушений правил плавания. Борта деревянные, по бокам надежная защита. Хозяин ладьи под стать славянскому воину. Уверен, инспектор ГИМС не имеет права передавать документы судебным приставам. Я понимаю, на реке все непростые люди. Меня не надо пугать. Я столько их передал, поверьте мне. Рассчитаться по долгам можно прямо на месте. У приставов платежный терминал. В работе небольшая пауза. Инспекторы рассказывают коллегам о тонкостях морского ремесла. Ваш узлы рассматривают. Теперь веревка уложена правильно. Через несколько минут она снова требуется. Катер швартуется к очередной лодке. На плавсредство никаких документов. Инспекторы составляют протокол. В службе судебных приставов именно по взысканию административных штрафов находится 30 производств на сумму 70 тысяч рублей. Стоит отметить, что судебные приставы уже взыскали более половины данных административных штрафов за летний период времени. Молодой человек, старший помощник капитана, вахтовик из Самары. Его танкер возит нефтепродукты по маршруту Ярославль-Санкт-Петербург. Только что сошел с большого судна. На лодке отправился до берега, а там на такси до дома. Штраф не омрачил настроение. Георгий Колчин, оперативное вещание.